Всем привет, ребята! С вами я, Юля, и сегодня я снимаю Back to School. Это первая часть, и посвящена она одежде. Я знаю то, что многие сейчас скажут, а если будет дистанционка? Но в нашем регионе дистанционки, к счастью, не будет. И мы пойдем в школу, поэтому сегодня я вам покажу, какую форму я купила в школу. И сразу говорю то, что у нас в школе строгая школьная форма коричневого цвета. И сейчас вы все, в принципе, увидите. Первая, конечно же, это коричневая. Возможно, там не видно, что она коричневая, потому что я разбила телефон, вы все об этом знаете. Вот, это коричневое платье. Ткань тут такая вот мягенькая. Сейчас я, конечно же, померяю. Фокус. Вот. Воротнички. Воротники мне, конечно, не очень понравились на ней. И мы заказывали эту форму с Wildberries. Кому надо, пишите в комменты, я оставлю вам ссылку. Почему с Wildberries? Объясняю. У нас в школе не было... в школе, в городе, ни одной коричневой формы, поэтому пришлось заказывать. Все надеялись на дистанционку. Конечно же, у меня будет фартук. Черный мы тоже заказывали с Wildberries, и он ко мне приедет завтра. Ну, он уже приехал, но заберем мы его завтра. А белый фартук у меня остался с прошлого года, он мне еще хорошо, он такой гипюровый. Я его мерить не буду, потому что... возможно, вы сейчас слышите этот сторонний звук, но у меня он стирается. Вот, я сниму влог на 1 сентября и на 2, поэтому вы увидите, как школьная форма сидит на мне. А сейчас я померяю только платье. Ну что ж, вот как на мне сидит школьная форма. Сейчас я попробую снять, чтобы все было нормально. Я в штанах, мне просто лень их снимать. Вот. Рука в 3/4, еще будет фартук. Мне очень нравится, когда я в этой форме с распущенными волосами. Блин. Но если я спрошу у завуча, если она мне разрешит ходить с короткими распущенными волосами, потому что некоторые так ходят, если она мне разрешит, я, конечно же, в школу буду ходить так. Ну, в принципе, мне очень нравится моя школьная форма, и брала я себе 46 размер. Я забрала волосы в низкий хвост для удобства. Вот. И хочу еще сказать про форму. Стирать мы ее не будем. Она пришла, она ничем не пахнет, она не грязная, так что мы ее только погладим. И все. А сейчас я хочу вам показать обувь на повседневку и на физкультуру. Сейчас хочу вам показать мой кардиган вместо кофты, потому что когда холодно, осенью и весной я хожу в кардигане. Этот кардиган я купила 3 года назад, он не был велик, и сейчас он не велик. Ну, не было размеров. Пускай сейчас кто-то скажет, это колхоз, это не модно. Ты одеваешься, как 90-летняя бабка. Он теплый, мне в нем удобно, и мне плевать. Сейчас вам хочу показать обувь на 1 сентября и на повседневку. Не вижу смысла покупать... парадные там туфли, потому что вы их оденете только на 1 сентября, и не факт, что еще на последний звонок ваша нога может за год вырасти, вот. А они, вы знаете, какого-то белого, серебристого, такой вот, как-то перламутровый, извините, не выговариваю, не знаю, вот. Размер 39, они маломерки, у меня размер ноги 37-38, 38 был прям впритык, поэтому взяла 39. Они мне нравятся. Я считаю то, что в школу нужно носить то, что вам будет комфортно, а не смотреться красиво. Дальше это обувь типа Adidas, синие, вот, написано Obovis. Конечно же, покупала я в обычном магазине одежды участников, потому что у нас в Мухосранске нет таких магазинов, даже как Gloria Jeans. Вот, у нас даже Ашана нет, как бы. Вот, они синие, и вообще в прошлом году у меня были зеленые, такие большие, на высокой подошве, размер у них 38, я точно знаю, и
Они мне были как бы великоваты, и они были неудобные на физру. И спортивки у меня тоже зеленые с того года еще. И вот я в них похожу и этот год, потому что они мне прям хорошо. По поводу того зеленого спортивного костюма вы можете посмотреть в моем инстаграм, как он называется, я обязательно напишу в описании. И сейчас я вам хочу показать покупки, такие прям крошечные, для прически. Прозрачные силиконовые резинки. Это прям спасение. Блин, чё со штативом? Вот. Я не знаю, что с камерой, она не передает эффект бирюзового. Вот, это вот такая вот как бы колба силиконовых резиночек. И еще резиночки, вот, мы уже открыли. Силиконовые, они поменьше. Вот. Ну, я думаю, ребят, то, что все. Сейчас я буду с вами прощаться. Извините за посторонние звуки, которые, возможно, были в этом видео. Потому что на улице жара, если я закрою окна, мне будет нечем тут дышать вообще. Ну, а с вами была я, Юля. Я вам показала всю одежду. И следующий Back to School у нас будет канцелярия. Все, всем пока.